После неудачной покупки штангенциркуля GTC подумал и решил заказать себе с eBay штангенциркуль от фирмы Mitutoyo. Вот сегодня посылка пришла. Сейчас открою, посмотрим, что же пришло. Посылка пришла с Кореи. Запаковано не самым лучшим образом. Так, и что нас ждет внутри? Такая вот коробочка Mitutoyo. Модель штангенциркуля 530-101. Штангенциркуль нанеусный. От 0 до 150 мм. Измеряет он. Модель его 530-101. Так, откроем. Внутри нас сам он лежит в такой вот картонной коробочке. Внутри нас ждет инструкция на нескольких языках. Но так как я его заказывал с eBay, на русском тут ничего нет. Дальше сам штангенциркуль. Тоже лежит в таком вот футлярчике. Футляр такой пластиковый, мягкий пластик. На кнопочке. И в таком виде он лежал. Завернут целлофан. Если смотрели мои видео, я уже до этого делал обзор на штангенциркуль от фирмы GTC, который очень не понравился. Этот, в отличие от GTC, вот если видно на камеру, смотрите, как сделан. Здесь надпись Mitutoyo. Made in Japan. Japan. Винтик. Стопорные винты. Залиты краской, чтобы не выкручивались. Присутствует серийный номер. Номер, а модель какая. Также здесь есть глубиномер. Как видите, штангенциркуль имеет хромированное основание шкалы и также матовую поверхность, где нанесены цифры для того, чтобы лучше считывалось. Поверхности скольжения вот эти вот приподняты, и качество изготовления, если видно на камеру, все отшлифовано, отполировано, очень хорошо все сделано, идеально. Даже руками берешь его, и остаются следы. Очень хорошо сделан. На просвет, если смотреть между губок, то не просвечивается все идеально. И плавность хода очень мягкая. Нет ни люфтов. Все очень качественно собрано. Как видите, цифры, все нанесено идеально. Все хорошо читается. И работает, как уже сказал, отлично. Мягенько, никаких стопорений нет. Плавно работает. И для измерения такая вот шайба есть.
Это регулировочная шайба с восьмерки. Написано 515 микрон. Сейчас посмотрим. Зажимаем и смотрим. 5. И дальше 515. Точно измеряет. Ну и покажу еще раз штанец-циркуль, который до этого покупал. Это GTC. Сейчас его сравним. Правда, цена у них в два раза. Витутоя стоит в два раза больше. И еще хотел сказать по Витутоя. Почитал очень много форумов. Должен быть оригинальный. По всем признакам он оригинал. Тоже были сомнения, когда заказывал на eBay, что будет и китайский. Но приехал он скорее. И тоже посмотрел, прочитал очень много форумов. Много фотографий посмотрел. Как люди описывают, что это должен быть оригинал. Так, ну и GTC. Сейчас еще раз показываю. Вот эту вот модель 3473. В такой коробочке был. Тоже его заказывал. Заказывал EMX. Думал, будет нормальный. А в результате, смотрите, что здесь нас ожидало внутри. В таком пластиковом кейсе. Такой вот штангенциркуль был. И как видите, качество изготовления. Видно, что обработка здесь корявая. Плохо все обработано. Вот здесь видно, видите, как его фрезеровали. Неровно. И я его разбирал. Там внутри, я не знаю, или наждаком его подтирали, чтобы собрать. Чтобы собрать его, потому что не подходило. Также здесь имеется люфт. Ну, по измерениям вроде нормально измеряет. Также возьмем эту шайбу. И смотрим, было 515. Вот и читается плохо. Также есть 500 по измерениям. Замеряет нормально, но не понравилось. Люфты, качество изготовления очень-очень печальное. Как видите, с обратной стороны он весь покоцанный. Я им еще не пользовался. Такой вот заводской вид. И еще плавность движения. На этом штангенциркуле идет плавно. Может, слышно на камеру? Нет, как он идет плавно, работает. В то же время он нелегко, но есть усилие небольшое. Но опять же, плавно он прям очень нравится. И берем GTC. Здесь еще как-то более-менее, но опять же с рыбками. И в этом месте заедает прям. Заедает. Вот видно. Видите, как слышно с рыбками. И берем опять Митутоя. Плавненько. И пошел. Так что такие вот штангенциркули. И опять же, смотрите, GTC. Обработка, все грубо. Я не знаю, его школьники, что ли, делали на заводе. И цена у него не маленькая. И опять же, он этот GTC раскручивал. Болтик был, уже видите, другой стоит, и резьбы не было, на болту было, на болтике было слизано, или на винтике. Недокрученный был, и внутри, ну, очень плохо сделал. Потому и был куплен Митутоя. Кто-то скажет, почему
не цифровой, ну, цифровые намного дороже. А в домашних целях в гараже хватит и такого. Можно было бы поискать советские, но смотрел, сколько их пересмотрел по объявлениям. Тут, ну, как бы ушные, там видно уже, или в ржавчине, не понравились. Вообще, гараж себе купил на 250 мм, еще совдеповский, за 300 рублей. Но в среднем состоянии, но на губках почистил его, просветов нет, и замеры делает точнее. Также вот качество изготовления. Еще раз покажу. Все сделано идеально. Отфрезеровано, отполировано, подогнато. От и до. Так что вот такой вот обзорчик приобретения моего Митутойя. Еще раз напомню, модель 530-101. Заказывал на eBay. Ну и в России их очень много продают. Ну, почему-то захотелось на eBay. У нас таких не продают. Сколько смотрел по городу, то его берешь в руки. Это слышно. Ну, знаю, у него... Не слышно его. Опять же, возьмем GTC. Тоже не слышно. Брал по городу, его берешь в руках, трясешь, и он как погремушка начинает греметь. То бишь, даже GTC, который сделан очень плохо, еще по сравнению с тем, что продают, он даже отличный. Того качества, что было в совдеповские времена, уже нет. Всем спасибо за внимание. Пока.